Окей, давай, начнем. Там, видос. А что мне говорить-то? Я откатить сюда, все я равно гость. Могу. Ты... я гость, садись. Я гость, схуяли, я должен тут пахать, ёпта. Я тебя отвезу. Так, всем здорово, народ, вы на канале Бублик Channel, и сегодня у меня специальный гость, Никита Токи. Токи. Здравствуйте. Здравствуйте, это я. Это он, это Токи, и сегодня он будет принимать участие в новой рубрике на моем канале, ну и не в новой в целом на просторах Ютуба. Меня уже, честно говоря, заколебали все эти темы со спизженными рубриками и тому подобное. Мне уже, честно, так насрать на это все, поэтому я даже объясняться не буду. А, возможно, вы эту рубрику видели у Синдиката, если вы их смотрите, но она немного переделана, во-первых, потому что у меня будет всего один участник, и этот участник Никита. Никита, значит, смотри, сейчас я тебя отвезу на стартовую локацию, попутно На месте ты делишь? Все, стоять, работать. Ничего не говори. Ничего не говори. Ничего не говори. Я и не хотел ничего говорить, потому что сейчас такие ситуации, которые, бля, вымораживают, поэтому, в принципе, не стал никак реагировать для того, чтобы они побыстрее отъебались. Вот. Ну, собственно, да. Что там за рубрику? Ты говорил, что ты спиздил какую-то рубрику. Да, 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 да. Значит, смотри, попутно объясняя тебе, я буду объяснять подписчикам. Значит, в чем суть, ребята? Никита сейчас мне башляет 350 тысяч рублей. И на эти 350 тысяч рублей я ему продаю четырку. А на этой четырке он будет искать по всему Приволжску другие автомобили, которые я спрятал. Значит, желтые тачки, которые ты будешь искать, это тачки первого уровня. То есть всего есть три уровня. Желтый, красный и голубой. Желтые тачки, это первого уровня. Ты, если их найдешь, то они будут тебя... Ну, ты не окупишься, по сути, да? Просто ты уйдешь в небольшой минус. Красные тачки, это уже однозначно окуп, это плюс. Плюс, причем идет каким образом? То есть это не машина, которую я купил на БУ, да, и она там, у нее гос будет меньше, чем 350 тысяч, а там ее продать может дороже. Нет, тачки все куплены салоны, поэтому гос стоимость этих автомобилей будет больше, чем ты мне, получается, заплатишь 350 тысяч рублей. И третий уровень, это прям такой добротный плюс. Этих тачек всего будет 2 третьего уровня. Получается 3 тачки первого, 3 тачки второго и 2 тачки третьего уровня. Вот. У тебя на все про все будет либо 15 минут, но ты ищешь автомобили без мини-карты. То есть ты же знаешь, да, то, что там квадратик может появиться, и ты там оп, свернул к нему. Либо у тебя будет 30 минут, но ты ищешь их без мини-карты. Вот прямо стоп, сейчас. Наоборот, с картой. Ой, нет, подожди, я наоборот сказал, да? Нет, смотри, да. 15 минут с картой. Если с картой, или да. 30 минут, но без мини-карты. Блин. Я, честно говоря, не знаю, мне кажется, что вообще шансов больше, если у меня будет включена карта, потому что, типа, ну, ты... хотя, ну, не, погоди, за 30 минут можно вообще весь этот Приволжск проехать, поэтому мне кажется, что давай попробуем без мини-карты, ну, я отключу ее, скажешь, какой момент, типа, доказывать я этого не буду. Не, ладно, у тебя на втором Монике... Да нет, я тебе верю, типа, смысл... А, тогда я не буду выключать. Да нет, слушай, Никитосу, я думаю, тут интересно. Я вырубил, да. То есть внезапно, не предупреждая, можешь смотреть, и, ну, дабы все хорошо. Понимали, что я не мухлю. Хорошо, но хорошо, договорились. Так, короче, ты выбираешь второй вариант, 30 минут, но без мини-карты. Да, потому что я считаю, что действительно, ну, эту, ну, весь город так, можно так проехать. Так и интереснее будет. Интереснее, да. Да, так искать. Значит, смотри, я тебя сейчас вывожу за город. А там я тебе даю руль, а ты мне что, угрожаешь, что, блядь? Если я вы... Нет, я выезжаю за город, смотрю, есть ли у тебя карта или нет, да? И если она есть, братан, у тебя явные проблемы. А значит, я сейчас выезжаю, а, давай, вот здесь мы остановимся. Вот, так, еще 150. Еще 50, 50, 50, а. Не 150, 50. Да я тупой, я мог... Могу 150 кинуть, зря сказал, да. Все, 350 тысяч ты кинул, значит, смотри, я тебе даю доступ. Ну, с этим аппаратом я, как говорится, на ты, поэтому, в принципе, так, давай. Анджелар Белик. Так, все, доступ я тебе дал, значит, смотри, я специально F3 сейчас не полю, анрушники, ребятам. Если что, да, я знаю. Я F3 не полю, ребятам, здесь тоже они не видят, какие тачки. Не полю, чтобы и у вас была интрига, как бы, и у Никитос. А, ну, у Никитоса и так интрига. Никитос тоже не знает, какие тачки. Так, ты стой, не двигайся. Я на телефоне запускаю таймер сейчас. А, на экран я таймер выводить не буду, потому что все равно, скорее всего, будут склейки, и этот таймер будет в любом случае обрываться. У меня есть вебка, я на вебке вам буду показывать,
что типа я его не тормозил. Я специально таймер буду запускать, потому что таймер просто так не затормозишь. Так, Дай уточним один момент. Типа, да. А как-то границы, ну, поиска. Я тебе сейчас скину, я тебе сейчас скину карту. Да. А значит, у вас, ребята, сейчас тоже на экране будет карта, в которой будет искать Никита. И у Никиты будет карта. Значит, в чем суть? Если Никита за 25 минут, за 25 минут не найдет ни одну нормальную машину, которая не выведет его хотя бы в плюс, то есть второго уровня даже если он не найдет, я ему скину еще одну карту, на которой будет радиусы, в которых находятся автомобили. То есть на одном радиусе может быть несколько машин, чтобы ты понимал. Потому что, ну, вот так. Что ты пишешь? Зачем я это увидел? Осуждаю. Вот, значит, таймер у меня готов. Сейчас я тебе скидываю карту. Как только карта к тебе приходит, я запускаю таймер. Крой на втором мониторе. Главное, карту сейчас не перепутать. Сейчас просто кинул карту, где все указано. Вы сейчас, ребят, ничего не видите, но вот таймер. Я не знаю, видно вам его или нет. На счет 3 я тебе отправляю и запускаю. Раз, два, три. Все, отправил. Это все о рамке, понял. Вот, окей, это рамки, стоп. В которых могут быть автомобили. Да, все, время пошло. Окей. Никита пошел искать машину. Прям сейчас можешь открыть мою демочку, чтобы показали. Я открою, чтобы... я узнаю, ага. Когда открыть тебе. А я узнаю, когда открыть. Ты пока катайся, я начну сейчас спамить автомобили, и моя задача их постоянно перереспавнивать, если что. Ну да, они могут пропадать. Они в полях могут стоять? Могут. Пизда мне. Но знаешь, в чем есть прикол в полях? То есть, если тачка стоит в поле, то ты ее можешь далека увидеть. А там нужно тебе просто надо будет до нее добежать. Понял? Если я не ошибаюсь. Все, все машины заспавнены. Я буду постоянно следить за тем, чтобы они не пропадали. Так что удачи тебе. Тем временем прошло уже 15 минут. Никита все еще. Мы только разогнали до 60 в этом ведре, блядь. Ладно, на самом деле, ребят, прошла минута. Он на красный проехал и подрезал. Езжай. Если у тебя вдруг какой-то случится казус, где в тебя кто-то врезался, я таймер остановлю, само собой. Окей. Так что за это не переживай. А в паркинг ты мог прятать машину? Нет, ни в куда, ни в интерьеры, ничего такого я не прятал машину. То есть машины стоят именно в городе. В городе, может быть, что-то за городом стоит, но вот в том радиусе, который я показал. Вот в этих рамках. Никита все что-то ищет. Но я решил взять тактику такую, то есть буквально прочесать все слева направо. Хорошая тактика. Вот тут вот слева было хорошее такое место, где можно было спрятать, там разноцветная хуйня, может, видел ширмочку вот эту. Да. Вот. Но... Блин, сзади голубая машина была. Небольшой рассинхрон на сервере, поэтому у нас машину... От моего лица просто ты знаешь, как ездишь? Ты как будто этот, просто нас... Слайд. Ты просто такой, дом, похуй, прямо. Ты еще... кстати, знаете, усложнение в светофорах? То есть, если бы... Блин, да. Условно делали это... Сори, что подрезал. Кстати, чувак извинился, видишь? Окей, хорошо. Который тебя врезался. Ну, теоретически здесь слева машина может быть, за горой. Теоретически, теоретически. Так, я буду с тобой проверю. Погнали. Мне интересно, там есть машина или нет? Прям интересно. Ну, не знаю, ребята, напишите в комментариях, типа. Блин, слушай, мне знаешь, вот когда только все началось, я думал, а вот сейчас мне прям азарт появился, то, что ты бегаешь, так ищешь, тебе у тебя вообще. Честно сказать, я вот сейчас себя чувствую потерянным, потому что меня когда в рамки загоняют, особенно временные, типа, я начинаю теряться и тупить. То есть буквально, если бы не было этих рамок, я, может быть, поступил как-то иначе, поэтому если вдруг кто посчитает, что я как-то особо тупым образом поступаю, то знаете, я не специально. Так, ну тут нема. Слушай, и карта там вроде как обрывается, но, судя по всему, там уже не может быть никакой машины, потому что... Ну, блядь, но она вроде как в радиусе... Я не знаю, у меня же карты нету, блядь, мини-карты, я не понимаю, она входит вот это в радиус или нет? Ебать, синяя машина приехала, вот это она, блядь, нет? Нет, синей там не было, да, она решила, такая, покер, сама приеду, да? Блин, ну ладно, короче, судя по всему, здесь нет, ну, блядь, там вон кусты еще спереди могут быть спрятаны, типа, машинки, я не знаю, теоретически это реально же возможно. Ищи. Ну я, у меня четырка еще и съебывается постепенно. Прикинь, бы сейчас трамвай забрал, вот это был бы вор. Ладно, поехали. Я сзади справа сяду. В принципе. Нет, я думаю, ты по-любому что-то заберешь, потому что я тебе на последних 5 минутах жесткую подсказку дам.
Типа тут ладно, уйти в минус практически нельзя. Спасибо. Я просто... Нет, я объясню. Нормально ты поехал? Понял. А, ты здесь тоже решил посмотреть? Этот... Ну, мне показалось, что здесь что-то можно быть. Просто суть в том, что подсказка будет довольно-таки жесткая. Ну, то есть 350 тысяч, которые я беру, это, по сути, символическая сумма, потому что мне нет здесь как бы идей заработать, просто чтобы у человека был азарт. Это искать. Просто есть идея, чтобы человек разорился. Деньги мне не нужны, но другим я разорился удовольствием. Окей. Они могут быть под мостами. Где угодно. Вот в этом, да, в этом. Ну я просто пытаюсь рассуждать слух, дабы ты просто в соло, блядь, сидел. Что ты там? Да сейчас, погоди. Сейчас я покушать отойду. Так, выйди. Выхожу. Типа, мне пойти посмотреть, да? Выйди. Ну вот тут немає. Тут вроде тоже немає. Что? На что я запрыгнул? Не знаю. Я какой-то, я... Мистика? Если ты их спрятал где-то в полях, то я тебя проклинаю и желаю, чтобы тебе дизлайки поставили. Не-не-не-не, там на самом деле, честно тебе скажу, где-то в недосекаемом для машины месте только одна машина такая есть. Понял? Ну то тут есть... ты вряд ли бы запарковался, но, блядь, все-таки надо проверить. Как-то боком проехал. А вот прикинь, если бы у тебя была мини-карта, ты бы сейчас это все здесь видел. Слушай, да, знаешь, идея в том, что мне нравится, что ты без мини-карты ищешь. Я, наверное, если дальше буду делать, я всем буду. Я даже мини-карту предлагать не буду. Потому что на мини-карте это было бы слишком просто. Ты бы никуда не заезжал, просто катался, видел бы квадратики и к ним бы сворачивал. Все, опа, палим Никиту. Никита катается без мини-карты. Если что, я специально втихаря зашел, пока Никита не палит. Никитка, фу, вовремя отличил. Самый важный этап в жизни, да? Проверил. Только он проверил. Наверное, сейчас второй раз не проверит. Так, здесь. Самый важный. Сука, хорошее место такое было. Честно говоря, да, неплохое. Мне тоже нравится. Там прям просто под машину прям вот идеально подходит, но... Слушай, я уже что-то начинаю волноваться. Нервничать, да, есть нервишки шаля. Я не помню, здесь я проверял или нет. Нервишки-то шаля. Вроде бы нет. Я тебя тут здесь машину не спрячешь. Я хочу себе какую-то дорогую, типа там, ну хотя бы Приору. Третью, чтобы была. Приор много не бывает, да? Да. Так, ну тут ты вряд ли ее спрятал. Бля, я даже забыл, каких цветов они там, желтых, красных и голубых. Желтый, красный, голубой, да. Поэтому так, спокойно. Я знаю, где одна теоретически может прям стоять очень хорошо. Но я просто понимаю, что чтобы добраться до этого места, бля, мне надо еще столько всего проверить. Ну вот, машина красная. А, блядь. Не-не-не. Сука! Она! Так, я знаю, знаешь, что-то мне подсказывает от сущности в виде гномика, типа, что слева от нас была машина. Слева от нас. В одном месте. Угу. Да, в одном месте, есть у тебя, которое, да, я идея? Бы хочу проверить. У меня есть, предположу. Знаю, осуждаю. Он тебе помог проехать. Видишь сюда, блин, мудак, мудак. Да, спасибо, что в натуре такой, типа, блин, ну зачем ты меня... О, боже. Осторожно. На сервере жесткий рассинхрон. Так, ну ладно, вот что-то мне подсказывает. Ну, блядь. Да похуй, братан, не обижайся. Так, может быть, вот что-то вот здесь вот нащупывается. Вот что-то здесь вот, я подхожу, а улыбка-то на вебке все растет. Улыбка на вебке, небось, растет у человечка, да? А машина вот тут вот стоит припаркованная для меня специально, в которую я пересаживаюсь и... Нихуя здесь нет. Но, ладно, это один из гаражей. По-любому здесь должна быть. Хоть в одном должна быть машина. Хоть в одном. Вышел ты тоже неспроста, я так полагаю. Не, я посмотреть вышел. Подожди. Ладно, меня. Спроста. Подожди. Да, я тут в гаражном кооперативе пока что. Ага, ты время мне тянешь. Не-не-не. Да я сяду. А где машина? На, вот, я же говорил. Она, чувак, она прям вот, ты к ней ехал? Ты реально, я сижу, улыбаюсь, понял, на вебку? И ты прям в этот момент такой, типа, он там улыбится, наверное. У меня времени мало, блядь. А, извини, точно, сейчас сижу. Так, дал доступ, садись. Я знал. Ой, давай, открой. Я знал, что здесь машина должна быть. Капец, жесть. Я, короче, ты такой, я знаю, слева машина. И я такой, блядь, надо респавнить срочно, уже сейчас кто поедет. И ты пока приехал, вот ты еще, ты когда в гаражи заехал, она еще стояла. И ты только начал заворачивать, она пропадает, понял? Дистайминг произошел. Да, да. Слушай, ну мазочка, к слову говоря... Это плюс! Ты уже в плюсе. Я тебе так скажу, просто-напросто мне эта машина нравится сама по себе, да? Поэтому если бы она у меня была, я бы обрадовался. Слушай, ну ты за 10 минут нашел первый автомобиль.
Я тебя поздравляю. Это красная тачка. У меня снизу, не попадает почему-то надпись заспавненного автомобиля. Я же запарюсь, это все блюрит. А тут бывает, да-да-да. Ну ты попробуй просто там типа котенка поставь. Вообще как-то, а может как-то можно их... Блин, разрабы провинции, пожалуйста, добавьте функцию, ну, того, чтобы вот эти уведомления можно было тупо-напросто скрывать. Да, было бы неплохо. Это было бы очень замечательно. Слушай, я могу тебе, знаешь, что сказать? Тут прям все так, на самом деле, круто идет. Прям, мне прям нравится. Ну, Мазду ты точно нашел, скажи, Мазда прям хорошо там стояла. Я еще начал наговаривать. Да, ты еще просто, когда подъезжал, я когда туда ставил Мазду, я специально поставил ее в открытый гараж, а не в те, понял, багованные. Я думаю, вот будет забавно, если поедешь, посмотришь багованный и уедешь. Я решил себе проверить, потому что, ну вот, у меня складывалось впечатление, что действительно там могло что-то быть. Однако, в местах, где машина не проедет, может быть, ну, я имел в виду, что, типа, Не-не-не, я туда заезжал. Не-не-не, на тротуар нельзя, не-не-не, на тротуар не заезжал. Все, я тебе пончик. Нормально, это есть такое, Мазда, как-никак. Так, лады, лады, Я вспомнил. Что? Я вспомнил одну тему, жесть. Ну, расскажи хоть уже, или это... Короче... Нет, я даже не знаю, что вспомнил. Я тебе подсказку дам за вот за последнюю минуту, что мы ездим. Ты проехал машину, и ты ее мог увидеть. Я ее увидел. Разворачивается. Вот вопрос. Нет, я проеду мимо. Знаешь почему? Там машина хуже, чем моя, потому что, очевидно, она спрятана, была более открыта. Я просто реально из-за России. Я не могу говорить ранее. Тебе, к сожалению. Я знаю, но просто, чуваки на монтаже, вернее, после того, ты можешь покивать или башкой наоборот покачать, что типа, если я не прав, но я считаю, что там была машина хуже, я ее специально проигнорировал, считай. Вот. А что мне махать? Там цвет машины было видно. Ну я понимаю. На пожарку приехал! Да, короче, знаете, что в рофл, ребят? Я вчера с Никитой в Дискорде сидел, и я как раз его когда звал на видос, я попутно расставлял тачки. И я позвонил таксисту и типа говорю, привези меня на пожарку. Зачем мне еще ехать на пожарку, как вы понимаете? Мне надо было машину сфоткать. И я это говорю, и я такой, бля, подожди. Я с тобой как раз это обсуждаю. И Никита такой, Никита этого не понял даже сначала, но я машину переставил. Я переставил машину. Это единственная машина, которую я спалился. У нас же еще ЖБК есть. У нас же, блин, достаточно широкий такой спектр для поисков. 15 минут тем временем прошло. Половина времени прошла. Да, да. Ну почти 15, там еще есть времечко. Ну почти 15 таймеров. Забирай, Брис. Так, блин, под Мазда. Нет, Мазда уже по-любому твоя. Мазда по-любому твоя. Так что даже если время закончится, ты ничего не найдешь, то что последнее, на чем ты едешь, это твоя тачка, все. Мне так хочется дать тебе, ну не то чтобы подсказку, просто одна тачка очень прикольно спрятана. Вот так я тебе скажу. Так, ну блин, мне это не сказать бы, что это мне помогло, потому что... Ну, теоретически смешнявка может быть. Бля, чужие дома! Бля, погоди, стой. Следующая остановка. Смешнявка, да? Номер 2. Смешно тебе? Да. Что-то так смешно, что все угорают, блядь, я так вижу. Да, да, да. Бля, я сейчас начинаю понимать ошибку свою, когда сказал, что типа так и так, парни, давайте без этой, без мини-карт. Ты типа круто. Ну тут ничего. Короче, мне показалось изначально, что ты можешь спрятать одну из машин. Волга, съебись. Пожалуйста, съебись. Нормально. Этот, чувак едет можешь... по дороге просто. Волга, съебись. Можешь спрятать в моем доме ее, но пока потом понял, что, наверное, нет. Здесь пусто. Знаешь, вот как в той рекламе Вискаса. Никого. Тут тоже пусто. Так и я. Ну, превышение словил, кстати, поздравьте. Баз дальнобоев нет. Было бы забавно, если бы ты спрятал одну из машин на автостоянке, потому что, типа, во-первых, она визуально для меня могла бы быть отвлекающим маневром в плане того, что, типа, это... Ну, типа, кто-то перереспаунил. Типа, не обращай внимания. Я бы не обратил внимания на миникарте, но нет. Хотя я... Вау, я сломал Мазду свою. Тупик вообще, блядь. Я начинаю нервничать, серьезно. Никитос, я не могу. Это просто... У меня такие эмоции лютые, блядь. Ты просто... Ну, я понимаю, но вот, смотри. Я вот здесь вот еще не проверял. Я не проверял вот здесь. Я сейчас вспотею, и мне так хочется просто столько всего мне сказать. Я тебе отвечаю, ты когда таймер пройдет,
Я не знаю, я тебе показать, я тебе, наверное, покажу это просто, как ты это ездил. Окей. Это просто, это такой ор. Я не знаю, мне кажется, люди, которые это будут смотреть, люди, которые будут это смотреть, мне кажется, они там просто, у них, наверное, кипит все внутри от того, что хочется даже сказать. Буду ебать, токи тупой. Не-не-не-не-не, просто там именно такие места, ты как бы просто, я не знаю, ну я не могу тебе сказать. Тем временем осталось 10 минут. Пизда, а на последних 5 минутах я тебе кину подсказку в любом случае. Даже я сказал, я хоть и сказал, что типа на красную, если получше, не буду кидать, ну кину, все равно кину. Потому что ты все-таки без мини-карты. А там подсказка рассчитывалась на даже с мини-карты кидать. Вот. Так что катайся. Ну вот здесь была бы неплохая идейка спрятать машину. Типа во дворах. В автосалоне сзади, блин, голубая машина, куда ты мог спрятать голубую, типа, то есть голубая, как бы, по логике вещей, типа, жесткая машина, она должна быть жестко спрятана, вопрос, где, блядь? Я в один район вообще не заехал. Разъёб. Так, тем временем вот 7,5 вот минут ешка. Осталось. Не-не-не-не, братан, да, ешка, блядь. Красная. Кстати, цвет прям реально такой. Я подумал. Тебя разрывать начало где-то вот в этом районе, вот где-то в этом. Вот желтая, но это хуйня, желтая не нужна. А ты ее видел? Ну я увидел что-то мельком, но я не обратил внимания, потому что она цвет не подходит. Я просто визуально ищу красный. Ты нашел вторую машину, брата, ты так это. А, вообще не считаешь, что это не считаешь. Нет, просто знаешь что? Она что-то покупается. Я подумал, что это кто-то купил еще добавок. Я то есть я не отдуплил о том, что ты ее спрятал. Тут да, тут тупой базара нет. А меня так разорвало, когда ты рядом с ней проехал, ты капец. Так, слушай, хорошо. Порт. Ну, что? Ты проехал уже одну желтую, две желтые ты проехал, две красные ты проехал. Нет, ты три желтые проехал, две красные проехал и одну голубую. Можешь покивать или наоборот повилять головой, чтобы челики понимали, что типа я долбоёб, блядь, тут какие-то теории строю, а на самом деле там ничего нет. Вот я говорю, так, Бублик, наверное, тут спрятал машину. Ты такой, нет вообще-то. Типа, ну нету тут машины как бы. Четыр. Голубые машины, кстати, спрятаны довольно-таки жестко. Ну, нет, но одну ты проехал. Причем ты, по-моему, самую дорогую тачку проехал, да. Все, я тебе закидываю подсказку. Крестики, нолики, две Миланы. Ну, в принципе, я был прав, что один из районов я не проверил. Это был район... Блядь, знаешь что? Погоди, а шарик это же не обозначает машину, это обозначает просто наличие машин. Да. В плане того, что... В одном кружочке несколько машин может быть. Ну, смотри, вот теоретически ты мог спрятать наверху где-то. Бля, ну я, наверное, не успею. О, я видел красное там, я видел. Вот там, блядь, погоди. А как я это увидел? Ну, в общем, там вон что-то красное стоит. Гольф мне он нахуй не нужен. Типа. Ты мне не нарочно сказал подсказку, что я проехал, типа, эту, скажи мне, синюю тачку. Синюю тачку спрятать ты мог. У тебя есть шанс еще ее найти, да. В жестком месте. Ты ее потом можешь найти, продать и купить себе Мазду тройку. Что хочешь ты делать, что я тебе вижу? Она где-то здесь, я уверяю. Вот можешь покивать сейчас опять в камеру или наоборот повилять, но мне кажется, что здесь синяя тачка спрятана. Вот почему-то мне кажется, что, блин, синюю тачку... Ну здесь такая жесткая местность, здесь куча всяких поворотиков, разворотиков. Вот это она? Нет, братан. Не, она стоковая, ты видишь, они все тюдинные. Та тачка, я понял, да. В ней в ПТС будешь только я и ты, все. Погоди, вот здесь есть вот место. Ты туда не спрятал, серьезно? Нет. Не знаю где, бля, ну синяя точно здесь, я клянусь тебе, потому что здесь закрутышки, да, всякие. У меня на втором мониторе демка Никитоса, я все вижу, если он там будет читерить, я захожу вон сразу. А, Никита, мини-карту выключи. Синяя, близко. Ну все, я, наверное, на Мазде останусь, судя по всему, до конца этого. Блин, я уверен, что здесь что-то есть, что я не могу найти. Потому что здесь надо последовательно к этому вопросу относиться. Я же кручусь просто, верчусь как могу. Вон там красная машина, что там за красная?
Блин, красный это не синий. Там язычи. Не, мне, у меня язычи уже была, мне Mazda нравится. Да, ты нашел еще. Блин, ты два раза ее проезжал. Два раза ты ее проезжал, да. Я не в ту сторону смотрел. Ты даже сейчас побежал к ней и резко развернулся прямо на подходе. Остается 40 здесь секунд. Здесь теоретически может... Ух, пизда. Ну, наверное, все, я уже не успел. Потому что я здесь сейчас проезжаю и здесь ничего не нахожу. Правильно понимаю? Да, блядь, там пустота просто. Ну ебаный в рот, такое место хорошее было. Почему ты не спрятал тут машину, что за хуйня? Тут не спрятал ничего? А вот тут, погоди. Три, бля, два, один. Ну все, пиздец. Время закончилось. Итак, товарищ Никита, а ты вложил у нас 350 тысяч и забираешь Мазду, у которой, ну, госстоимость я уже проверить не смогу. Вот, но она была, у нее, по-моему, гос в районе 500 с чем-то. Если я не ошибаюсь. Вот, поэтому... Так сочетаю. Вот. Значит, смотри, подведем итог. Я тебе покажу на записи, как ты проезжал тачки. Значит, одну машину, ты к ней даже не приблизился, к одной машине. Вот. Ну, это, скорее всего, там, где... одна... Вот где мы первую Мазду нашли, да? Нет. Кто? Мы как раз-таки приблизились. Это Волчок был, который ты не захотел. Угу. Вот. Одна, по поводу забавы, чтобы угорали. У тебя тачка на хате стоит. В смысле, я же туда приехал и проверил. Нет, ты не понимаешь. А за домом была, что ли? Дай проверю, что за тачка. Бля, что за тачка. Да урод ебал, я это даже проговорил вслух, серьезно. А, ну там желтая какая-то, что это? Да, лачете. А, лачете? Ну слава богу, ладно, честно, что я проехал, хуй бы с ней. Синяя мне интересно, где была. Езжай, знаешь, куда? Куда? Разворачивайся, которую ты проехал. А, одна вот тут стоит справа. А, вот эта голубая? Одна из, да. Слушай, да не, я тогда даже рад, что мне это выпало. Ну почему? Ну по цене. Мне лошадь не нравится. Нет, тогда в таком случае тебе только это и понравится. Потому что там еще... Но я ее не проезжал, я еще одну голубую пропустил. Эту ты не проезжал, а одну, ну чтоб ты понимал, тебе нужно было просто камеру повернуть, и ты бы ее увидел. А где? Езжай, знаешь куда? В сторону такси едь сейчас. Направо смотри. А куда? На гору. Где она? А, она. А там этот, как его, скажи мне? Субурбан. Баргузинчик этот, Субурбан? Да. Слушай, не, я тебе так скажу. Короче, несмотря на то, что синенькие машинки были... Ну, конечно, Субурбан прикольный такой вариантик. Но, блин, я, честно говоря, вот про Гору даже не думал. Поэтому как бы фокус внимания был смещен на что-то другое. Но в любом случае для себя я считаю, что я урвал самую классную тачку из всех, что ты купил. Да, да, вот я только хотел сказать. Я хотел сказать об этом, что из всех машин, которую ты бы хотел взять, то ты взял именно ту, которую ты бы хотел взять. То есть, если бы я их все в ряд тебе поставил, и несмотря на цену, просто бы тебе сказал, ты бы сказал, хочу Мазду тройку. Да, вот. И да, ты именно ее забрал, ты бы ее залутал. Я думаю, это неплохо. Поэтому я тебя поздравляю с твоим новым приобретением, которое останется у меня, потому что у тебя слотов нет, да? Ну, я сейчас куплю. Давай, слот бери. Ну, ребят, на этом ролик подходит к концу. Надеюсь, он вам понравился. Переходите на канал Токи по ссылке в описании. Пишите свое мнение в комментариях. Как продолжать, что изменить. Ну, в целом, я думаю, нормально. Тебе как вообще понравилось, Никитос? Ну, мне понравилось, но опять-таки, я говорю, я себя так скованно чувствовал в том плане, что, типа, реально ведь я когда все эти твои смешки слышал, и когда понимал, что это люди будут через время видеть, как их где-то затупил, мне немножко неловко от этого. Не-не-не, ну неловко это фигня, потому что в этом-то и суть, что ты это не видишь, а другие это видят, потому что у тебя взгляд другой во время того, как ты едешь. Ты резко там все суетишься, а мы все спокойным глазом смотрим, крутим камеру, ты-то смотришь, вглядываешься куда-то. Никаких смешок в твою сторону не будет, потому что то, что ты там где-то что-то не замечал, это фигня. Ты по целому Приволжску искал тачки. На этом видосик подходит к концу. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем до новых встреч, всем удачи, всем пока.